творчестве Жанны Виноградовой говорили как об особенном явлении в культурной жизни Рязани. Режиссер оставила богатое духовное наследство, внесла значительный вклад в развитие Рязанского областного театра драмы, вырастила актеров, удостоенных высоких званий и наград. Но главное о ней говорит ее муж. Я все время, как я проживаю свою жизнь. Потому что это моя жизнь, рядом с ней. Я все это был. Я был на всех этих спектаклях. Я все это помню. И все это переплывает, проплывает передо мной, как будто бы наяву. Как будто бы вот я опять прохожу с ней эту жизнь. Для меня она была единственная и любимая. В этой книге отражен весь творческий путь Жанны Владимировны от детской мечты до ее воплощения. Повествование поделено на разделы: первые шаги в профессии, деятельность режиссера в провинциальных театрах, 20-летняя служба в Рязанском театре драмы. Я не случайно взяла вторым эпиграфом Ушинского, что если вы удачно выберете труд, вложите в него свою душу, то счастье само вас отыщет. Вот Жанна Владимировна, она относилась к поколению таких людей, которые ничего не боялись. Здесь собраны материалы на основании воспоминаний сестры режиссера, ее подруг и мужа, артистов и художников сцены, которые работали с ней. Книга вышла тиражом 300 экземпляров.